в заключительных сериях сериала «Противостояние» Кротов разыгрывает сердечный приступ, в процессе чего захватывает кабину пилотов, требует изменить курс на Турцию. На земле становится понятно, что самолет захвачен. Костенко определяет на карте запасной аэродром, а Тадава связывается с пилотом на иностранном языке. Кротов, не зная языка, требует пилота переводить. Тот подчиняется, но делает это с искажением. Преступник просит передать принимающей стороне, что он готов предстать перед судом Турции, если не сдадут его советской стороне. Пилот сажает самолет на запасном аэродроме, Кротов берет заложников и выходит к тропу, осматривается по сторонам и ведется на инсценировку заграничной посадки, после чего ослабляет внимание и спускается на землю. В конечном итоге он подмечает один советский флаг на встречающей его машине, понимает, что его обманули, стреляет в пилота, но тогда успевает закрыть его своей грудью. К счастью, он оказывается в бронежилете. Костенко рад, что ему удалось оправдать ожидания жены и поймать преступника. Параллельно Жуков является в квартиру Журавлевых, где не приходится отдать самородок, чтобы избежать ареста. Тадава получает повышение по званию, после чего он подбирает момент и признается Кире в любви, просит стать его женой. Девушка отвечает согласием. Посмотреть заключительные серии вы сможете уже 28 ноября на Первом канале. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.